Несмотря на кровавые теракты, совершенные в минувшее воскресенье в Египте, Папа Римский Франциск подтвердил свое намерение совершить в конце апреля апостольский визит в Каир, передает РИА Новости. Накануне заместитель государственного секретаря Ватикана по общим делам архиепископ Джованни Анджело Бечу сообщил, что власти Египта заверили Святой Престол в безопасности предстоящего визита понтифика. Тем не менее, как стало известно СМИ из информированных источников в Ватикане, в ходе поездки в Каир Франциск будет передвигаться исключительно в закрытом папомобиле. Предпринимаются чрезвычайные меры по обеспечению безопасности главы Римско-католической церкви. В частности, все остановки на пути следования папского кортежа будут короткими. Компетентные органы Египта и Ватикана находятся в постоянном контакте. Стало известно также, что представители ватиканской жандармерии уже провели первый визит в Египет, чтобы на месте ознакомиться с ситуацией. Повторное посещение этой африканской страны сотрудниками службы безопасности понтифика должно состояться после Пасхи.